Раз увидел, это хорошо, значит, у тебя соблюдает.
задается все в порядке. А потом стал вопрос, человек пошел на консультацию к психиатру вместе со мной, как человек близкий. Сказывается, в принципе, я понял, что психиатр ничего отличного от того, что я говорил, ничего не сказал. Хотя психиатр толку, в общем-то. А потом это было еще даже до лечения фобии. Потом я провел, убрал фобию эту, но пока что, допустим, было здоровье хорошее. То есть он уже не боится, что... по крайней мере, я не слышал. Я спрашиваю, как дела там. Там нормально, не вопрос.